Доброе утро, дорогие друзья. Просыпайтесь, наша студия уже проснулась. Мужчины в студии проснулись, особенно потому, что девушек красивых у нас добавилось. Появился фитнес-инструктор наш Кристина Ладуська. Кристина, доброе утро. Доброе. Доброе утро. Кристина, что сегодня будем тренировать? Лето, уже второй день. Нужно просто уже быть в идеальной форме. А мы еще почти только. Да, поэтому сегодня мы займемся верхней частью тела, нашими руками, трицепсом и грудью. Это чтобы в красивой маечке можно было ходить на бретельках, и все было хорошо. Да. Вот, поэтому мы сделаем маленький комплекс наверх. Для этого мы возьмем одну гантель для первого упражнения. Всего будет три. Берем гантель и делаем французский жим. То есть руку поднимаем наверх, зафиксируем предплечье. И вдоль затылка у нас сгибается рука. Мы должны чувствовать вот эту вот мышцу, вот эту часть руки, именно трицепс. Сгибаем вдох, наверх выдох. Вдох, выдох. У нас не должно быть расслабленного положения ни в какой позиции. То есть внизу мы не до конца опускаем. И вверху зажимаем трицепс. А обязательно так поддерживать руку? Ну да, потому что начинают локти гулять, как показывает практика, и уже понятно, не тот эффект. В общем, делаем около 15-20 таких повторений. Затем мы берем вторую гантель, и уже упражнение будет лежа. Мы ложимся, поднимаем обе руки наверх и делаем разводку на грудь. Опускаем вдох, наверх выдох. Вдох, выдох. Вообще в идеале лечь на какую-нибудь скамью для того, чтобы максимально опустить локти, для того, чтобы растянуть грудную мышцу. И чем больше она растянется, тем лучше она сократится. На выдох поднимаем наверх. Мы должны чувствовать грудную мышцу. Делаем также около 20 таких повторений. И третье упражнение. Гантели смотрят друг на друга. Локти стараемся держать. И опускаем гантели к голове. И на выдох возвращаем. Опускаем вдох, выдох, возвращаем. Предплечья также должны быть зафиксированы у нас обязательно, потому что иначе начнут гулять руки, то есть трицепс мы уже не почувствуем. И делаем также около 20 повторений таких. А неужели старые добрые отжимания не заменят этого комплекса? Ну, отжимания, как бы это классика, но нужно делать разные упражнения, все-таки на грудь, на трицепс, на руки, для того, чтобы гармонично развивались все группы мышц, там же много всяких мельчайших мышц и так далее. Нет, то где-то накачается с одной стороны, будет не очень красиво. Сегодня такие упражнения сделали, завтра уже... Да, обязательно, должно быть разнообразие, то есть для гармоничного развития нашего тела. Кристина, спасибо, дорогие друзья, у нас в студии была наш фитнес-инструктор Кристина Ладуська, мы сделали зарядку утреннюю.